Был тварью Ксения Бородина об отношениях после развода. Как известно, в настоящее время Ксения Бородина расходится с мужем. Причина ее развода с Курбаном Омаровым до сих пор неизвестна широкой публике, но страсти продолжают накаляться. Пока бизнесмен рассказывает всем желающим услышать, как он сейчас счастлив и свободен, Ксения хранит молчание. Во всяком случае, так было до недавнего времени. Телеведущая рассказывала подробности своего отдыха с детьми в Турции, показывала милые семейные фотографии. Но, по всей видимости, терпение звезды подошло к концу. Накануне, общаясь с подписчиком официального Инстаграма, телеведущая ответила на ряд вопросов поклонников и была при этом весьма откровенна. «Сейчас совсем нет мыслей в сторону построения семьи и рождения детей. Хочу насладиться свободой и общением с семьей, работой, новыми проектами. Я жила семьей, мне хочется пожить для себя сейчас», – поделилась Ксения. Особенный резонанс вызвал ее ответ на вопрос, можно ли сохранить после развода хорошие отношения с бывшим мужем. «Если человек был тварью по отношению к вам, то нет. Если хорошо расстались, то почему бы и нет», – подчеркнула Бородина.